Здравствуйте, смотрите в этом выпуске новостей. На внедорожнике по клубнике. Конфликт интересов на Большом Уссурийском острове. Фермер утверждает, что знает, кто подавил ягоду. Краевой центр образования. Хабаровчане занимают две очереди, чтобы успеть записать школу будущих первоклассников. Туристический потенциал. Новые экологические маршруты разрабатывают организаторы экстремальных путешествий в Хабаровском крае. Об этом и не только через несколько секунд. Вы смотрите новости.